Друзья, здравствуйте. Рассказывать, на какой спектакль или по какому прекрасному поводу мы сегодня здесь собрались, я, конечно, не буду, но все прекрасно это и так. Знаете, это спектакль «Анхатения Чехова». Мне самое любопытное, пришли ли сюда люди, которые его еще не видели в театре, или пришли ли сюда люди, которые хотели бы его пересмотреть в кино. Лично я несколько раз пересматривала этот спектакль, и, соответственно, занимаюсь это одна из моих любимых вообще постановок. Сегодня поговорить о спектакле совсем недолго, да, небольшой паблик, только перед началом пришли режиссер спектакля Егор Перепудов. Артист Юрий Чурсин. Друзья, поскольку мне кажется, что более результативным разговор всегда бывает все-таки после спектакля, когда зрители его уже видели, перед мы поговорим о каких-то вводных вещах совсем недолго. Первое, что я хотела бы обсудить, вот театр в кино. Перед началом этой встречи мы немножко поговорили, кто из вас смотрел театр в кино или не смотрел, и какие вообще ожидания от этого, и как вам кажется, что меняет кино, снимает, что меняет экран, когда мы представляем, видим на нем театральную постановку. Что теряется, может быть, что обретается. Понятно, все равно «Бержерак» еще никто не видел, но судя по каким-то другим спектаклям. Ну, я, мне кажется, театр надо смотреть. А можно без микрофона? Может, театр же, мы же... Последний. Просто идет какой-то эхо. Последний отставит. Мне кажется, что театр надо смотреть в театре. Я удивлен, что тут брались люди, которые хотят смотреть в кино. Я понимаю, если это в другом городе, да, ну, далеко, и я понимаю. Я дешевле здесь, да. А Чурсин живой тоже есть. Понятно. Ничего, мы в театр. Крупные планы, Егор. Тут надо понимать, что? Крупные планы. Крупные планы, ну сейчас я не вижу, я не знаю. Тут важно что понимать, что в театре крупный план делает зритель. Да? То есть вы сами решаете, куда вы смотрите. Да? Я как режиссер могу выстроить тоже что-то. Сейчас мы, то, что мы увидим, это монтаж какого-то другого человека. Я даже не знаю. Тут замечательный человек, который как-то смонтировал спектакль. То есть мы видим его глазами другого человека. Вот. Вот. Поэтому все вопросы задавайте, пожалуйста. Сейчас повторю к вам, Юрий, а есть вам что-то специальное в зависимости от театра кино или в целом это пока такая сфера еще закрытая? Ну, у меня есть одно сомнение, насколько театральная экспрессия хороша крупным планом. То есть то, что как-то более-менее размыто на расстоянии, то может быть вот сейчас вот все блохи и вылезут, да, потому что все как бы неискренние проживания и все остальное. Вот, не знаю, надо посмотреть. Это такое, как бы, практика всегда существовала, и она как-то так делалась. Снимались все недавние спектакли, и вот и наш тоже снимался спектакль. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, насколько мы подразумевали такое более подробное существование, которое подразумевается в кино, вот, потому что все равно как бы, и большой зал, и количество зрителей, и вообще живая энергия от зрителей, и ты на сцене существуешь. Это такой специальный закон, такой свой закон. Но с другой стороны, интересно посмотреть, передается ли энергия зала на экране. То есть возникают ли те же ощущения и те же вибрации, которые бывают в зале. Вот это вот пока вопрос, который как эксперимент мы очень посмотрим. Мне кажется, спасибо большое. Мне кажется, еще важно сказать, что «Семенов Бержерак», если я не путаю, друзья, это одна из за долгое время первых поэтических пьес, которые... идет на сцене «Анхатения Чехова». То есть с поэзией все-таки работать – это особого рода история. Плюс в этом спектакле, мне кажется, с текстом что-то дописано, да, если я правильно понимаю, невероятные песни, которые лично мне, как вы уже поняли, я фанат спектакля, хочется просто переслушивать и, не знаю, там, отдельными саундтреками запросить.
И как велась эта работа с текстом, как рождались эти новые какие-то истории, и Егорий Юрьевич, скажите, пожалуйста. Бесстыдство было, сложно на работе текста. Но для меня это был такой опыт, в общем-то, нечастой такой работы с пьесой. И я очень рад, что этот опыт в жизни был, потому что, как там еще у Таирова было сказано, что пьеса — это всего лишь материал для постановки спектакля. И вот здесь это особенно проявлено, что существует такое явление, как спектакль. И все остальное является только какой-то его частью. И вот то, откуда, из чего и каким образом все это появилось, это материал. А как бы субстанция, вот сам организм, само рожденное, это вот спектакль, и он важнее всего. Потому что то, что происходит здесь и сейчас, или то, что происходит теперь уже на экране, мы можем это пересмотреть несколько раз, но тем не менее. Вот, поэтому на самом деле это смелость режиссера и вкус и азарт, которым Егор нас всех заразил, и все были счастливы. Особенно для меня, вот тоже соглашусь, особенно дорогим для меня являются песни, которые играют студенты, которые были сочинены ими самостоятельно. И это такое для меня их художественное, такое юное, молодое, такое горячее высказывание. И размышления над тем, что нас окружает, и на те события, которые происходят и в пьесе, и в окружающей нашей жизни. Это очень здорово. Расскажешь, как прошла работа с этим текстом, может быть, от первого соприкосновения, когда ты решил его оставить до финального результата? Мне кажется, сейчас, в принципе, работа над классическим текстом, она подразумевает большую или меньшую степень внедрения в него. Потому что если вы сейчас просто сядете и прочитаете «Пьерсон де Бержерак», на первых разах три больше, там человек 60 действующих лиц, которые перечисляются в начале. Да? И там, где должно быть смешно, не всегда смешно. Да? Там, где должно быть... там, где трагично, там всегда трагично. Да? То есть мы тут, там мы ничего не трогали. Там все как, да, в переводе Соловьева. Тут человек перевода, потому что есть куча переводов. И можно, в принципе, там несколько лет заниматься только сопоставлением переводов, вот, выбирать лучшие какие-то места, которые нам... Тут как бы важно другое. Песня кому-то нравится, кому-то не нравится. Это история про поэтическое восприятие мира, которое, мне кажется, сейчас очень важно, душеспасительно, просто спасительно для лично для меня. Дело в том, что люди говорят стихами, дело в том, что они воспринимают мир как образы, как поэзию. Да, то, что мы пытаемся делать в театре, в кино, кто в литературе. Поэтому тут задача была грузиться в этот мир. Почему было предложение писать стихи, все песни, Юра там играл на гитаре, не увидит никогда. Но было, это было, и был тоже готов что-то петь. И все, но мы решили, что все равно тоже накрыть его черным. Не пел, да. Поэтому тут важно, это, собственно, часть замысла. А дальше какие-то вещи, которые мы написываем, никто не знает, что мы там написали. Да, да. То есть можно посвятить этому. Теоретические исследования, да, когда мы придумали мотивации персонажей, которых там не хватало. Но это ничего про это, это мне очень интересно. Но мне кажется, это интересно и важно услышать иногда перед спектаклем, даже в рамках такого короткого блица. И поскольку блиц у нас сегодня правда короткий, у меня есть последний вопрос, который я Юрию Егору задам. Понятно, что каждый зритель, встав отсюда после трансляции спектакля, для себя сам ответить на вопрос, про что получился его Сирано сегодня. Для вас, про что сейчас Сирано прежде всего? Мое восприятие вот в этом вот поиске какой-то истины, безусловной, какой-то единицы, которая проходит сквозь жизнь, сквозь образ, сквозь ситуацию, сквозь окружающую нас действительность, и то, что будет вечно в сознании людей.
какими бы словами мы это ни назвали. Мы можем это называть как угодно. Любовь, смерть, честь, гордость, как угодно. Но вот это вот поиск этой абсолютной истины, то, что фокусирует, то, что центрует, то, от чего можно отталкиваться, и то, что тебя ведет, вот это вот очень важно и для меня, как, ну, играющего этот образ, и мне кажется, что и для самого образа как раз таки. Но то, как мы это все преломляли в поиске ответов. Я ничего не отвечу, потому что я сделал спектакль, и достаточно. А что это будет? Кстати, вот если вы не поняли, там вот есть сцена, если не поняли, значит плохо сделал. Да? Тут, а меня интересует другой вопрос. А будет антракт? Будет. Интервью, которые были записаны. То есть те, кто хочет остаться, они могут остаться и посмотреть какие-то прекрасные интервью. Я видел антракт, который был у Стивена Колецкого. Это было офигенно. Нет, сейчас я рад, что он будет. Сейчас же антракт Дюны идет, да, по-моему, сейчас такой любимый антракт с фильмом Дюны. Первый акт закончился, мы ждем второй. Ну, у нас будет антракт короче. А в буфете тут наливают коньяк? Я не знаю, я пока не проверяла. Это зависит просто... Приходите в театр, у нас есть свое. Прям с собой у кого-то. Друзья, в финале я не могу не рассказать, что «Золотая маска» кино сотрудничает с проектом «Театр HD». И спектакли, отмеченные Российской национальной премией, путешествуют по городам. Вот это сотрудничество происходит уже больше 8 лет. И больше, чем 70 городов, это количество городов, в которых показаны спектакли «Золотой маски». Есть один нюанс, да. Так что все равно Бержерак не имеет отношения к «Золотой маске», потому что он элиминирован. Подожди, сейчас это все объясним. Дело в том, что «Золотая маска», проект «Золотая маска кино» отмечает спектакли... Не тут номинированы, да, яркие премьеры МХТ и вообще любые яркие премьеры театров, все равно Бержерак это одна из ярких премьер. Все это было бы вообще невозможно без поддержки Министерства культуры Российской Федерации и генерального партнера «Золотой маски» это Сбера. Вот. А теперь давайте мы поблагодарим Егора. Большое спасибо.